24 марта 2024 год, МКС, Международная космическая станция. Летит со скоростью 27 тысяч километров в час. Куда ж ты бежал? Ты представляешь, не могу... А вот она. Ну а выдержку, так оно размыто, а выдержку... засвечено. Прям на стоп-кадре должно быть вообще отлично. Все, убегает уже в тень земли. Все, убежала. Ну ничего. У нас есть совсем недалеко другой объект вожделения. Практически полная луна. Так, это у меня ISO 400 сейчас. Вот так я выдержку 1 к 800 делаю. Вот так нормально, да? Немножко мылит, но на ISO 1-125 я не поставил, потому как не поймал бы я тогда МКС, он слишком темный был, плохо. Не хватило бы мне света. Ну, в общем-то, можно было, но рискованно. Ветерочек даже чуть-чуть подстих. Подстих. А, только сказал. Все, все, все. Ветер, ветер. Я все понял. Приходится руками держать. Ну давай, что еще? А, у нас еще есть даже Юпитер еще. Не сбежал окончательно. Но эта часть неба у нас совсем уже за... затуманено за облаками. Еще и ветер, так что сейчас будет Паркинсона тряска. Ну, в предыдущем дубле, кстати, я без МКС, а когда еще снимал, было видно даже экваториальную полосу. Но сейчас нам вряд ли на это стоит рассчитывать. Что ж ты сбегаешь? Мрак.
Ну, чисто символически там какие-то полосы можно видеть. Ни о чем. Не стоит затраченных усилий. Давайте на красивом закончим. 24 марта 2024 год. Полнолуние завтра. Ну, в принципе, это я не пойму. Меня вполне устраивает и такая полнота луны. Луна в теле. У меня есть, я афоризмы пишу, хобби такое. Так у меня один афоризм звучит так. Бездуховность женщины переносится куда легче, если она в теле. Вот сейчас так и с полнолунием у нас. 24-е. Я в третий раз вам напоминаю, или себе, я уже не знаю. Двадцать марта 2024 год. Звучит просто красиво. 24-го. Да. Ладно, я сейчас, наверное, на ISO 125 одну луну сниму отдельно.